Ну что ж, продолжим с бачком. Ну, вроде правильно. Ну, схематично правильно, скажем так. Потому что пришлось бы сейчас тут возиться с этим корпусом. Мама не горит. Мы этого не хотим. То есть вот так еще потянем. И вот этот часть уже нет. Б. Вот эти две наверх. Теперь все. Теперь все. Смотрим еще раз. Наблюдаем. Можно вытащить их немножечко. Как бы пропорцию потеряли. Ну и это немножко побольше сделать. Да, вот так. Просто чтобы было узнаваемо что-то, что здесь баки. Но можно еще распазы это увеличить. Тогда она будет более симпатично смотреться. Все. Так. Где-то здесь должен быть винт. Или не винт, а два руля. С руля. Вот они. И второй. И только поддержка здесь. Вот тут винты уже. Так, давайте посмотрим, куда нам винты девать. Объект мы вот выделили. Так. Как же вас сами поступить-то так? Ну, как-то типа вот так, наверное. Да. Так, и теперь винт. Как же его сделать-то? Он какой-то такой интересный. А, это я не увеличил, да? Ах ты, зараза какая. Не надо. Получите. Так. Ну, пока мы оставим, может подгонять придется. Просто отключим. Винт, винт, винт. Ну вот он какой-то такой там. Сейчас, подождите. Попробую изобрести. То есть возьмем, что подходящее куда тут делаем. Возьмем сейчас меж. Меж. Возьмем цилиндр. У него сделаем, сколько нам нужно будет. Раз, два, три, между ними. Раз, два, три, девять. Да, девять. Уменьшим. Готово. И теперь зададим ему круглую форму.
Так, Ctrl-R, Ctrl-B, извиняюсь. Так, ну это пускай здесь будет. А вот это мы с вами сейчас выделим, вот эту грань. Ctrl-B. Как бы вот так. Здесь еще один контролерчик. Так, теперь здесь. Ctrl B. Да, более нам не нужно. Так, теперь делим эту штуку на три части. То есть мы должны взять вот этот, этот. Подождите, почему он не разделился? Допустим, мы взяли вот этот. Да? Ну ладно, не будем мудрить, вытащим Е. Так, и его раздуем. Вот так, к примеру. И загнем. И сожмем назад. Сначала бы вот так сделали правильно, а теперь уже изогнем. Неверно. Решение неверное. Неверное решение. Сначала надо сделать следующее. Экспозиту, экспозиту вот так сделать, потом выбрать вот эти два, возможно и три ребра, вот это, так, стоп, вот это ребро, вот это ребро, вот это ребро, и да, ой, вот это ребро, это нет, Ctrl-B. Больше не будем делать так. Отлично. Получилось. Теперь это и это. Нужно тоже сжать, наверное. Хотя не надо. Пускай такая будет. Мы выбираем теперь это все. Как я и думал. Придется по одной. Всем, всем по одной, а тебе ни одной. Так, теперь вот R и ее вот так делаю. Все прекрасно. Теперь хотелось бы получить следующее. Ну, а можно вот так сделать? Да, можно, но не все выделилось. Ладно, остальное ручками. А где же ручки? Где же ваши ручки? Так. Вот так сделаем. Shift. Ну, во-первых, надо бы как-то все это уравновесить. Так. Теперь Shift D. И так, и R на 120. Не получится так. Вот у меня не получится. Ладно, заберем. Развернем.
G. Вернее, это R. Так. Не в ту сторону, конечно. Мы же можем делать это сразу, не отходя от кассы, ребят. Так, то есть мы берем вот эту и вот эту. Почему я посчитал, что неправильно? Все правильно. Так, и тянем. Е. Стоп, не это Е. Вот это вот. Ну, да. Вот так. Теперь выберем все вот эти. Так оно будет более симпатично. Сужать ничего не будем, потому что у нас маленькая, грубенькая. Контур Б. Вот так. Все, достаточно. Так. И что я хотел еще? Ничего больше не хотел. Хотел так оставить. Вообще-то. Потому что сейчас по одной. Можем по одной крутануть, конечно, попробовать. Сейчас, секундочку. Вот так, допустим, да? И R. Так, есть. То же самое здесь. Это не трудно. Так. R. Есть. И то же самое здесь. Отлично получился у нас с вами этот. Правда, вот тут мы ерунду спороли. Надо было ось указать. R, Z. Это по Y. Смотрим сверху, видим, что тут вот кое-что нарушилось. Ну, ничего страшного, сейчас поправим. Б возьмем сейчас. Б. Включим прозрачность. Нет, включим прозрачность и возьмем Б. Так, подвинем. Сюда вот и все. Вот и все нарушения. Ну вот это тоже еще. Есть. Теперь смотрим на корабль. Нет, сначала мы возьмем вот эту.
Поднимем наверх. GPZ, вот так. Чувствую, мы тут увлеклись уже. Нет, 15 минут пока. Так. Идем ставить винты. Так, дорогой G, давай опускаться вот сюда. Потом по X, R, по X на 90 градусов. На минус 90, минус 90. Вот так. И далее уменьшаем. Кто что тут заместит, скажите мне. Но, тем не менее, хочется, чтобы было похоже. Смотрим, как оно подойдет сюда. Так, с этой стороны. Вот, уменьшаем еще. Подводим уже. Ну-ка. Еще раз подводим. С по Y немножко увеличим, что-то истончался. Да? Давайте. Теперь G по Y вот сюда подведем. Посмотрим, за стенки не задевает. Задевает. Нас это волнует. Да, немножко. Поэтому берем по этой штуке. Вот. Вот это вот. Эту, и вот эту, и мы сжимаем S. Так. Ну, теперь нас это уже точно не волнует. Единственное, что из этого... Сейчас, секундочку. Теперь нам надо выбрать вот этот сам винт, воспользоваться им, его круглизной. Так, берем, говорим и вот так и тянем просто-напросто и сразу видим, е попал, не попал, свою мать закопал, не попал, да, ничего страшного, чуть-чуть у нас есть еще запас, и у нас есть еще запас. Мы смотрим с этого угла. Вот так. Так, это скрылся. Тут поместился. Все нормально. Можем еще выдвинуть чуть-чуть. Джи. По Y, мне кажется, это, да? Да. Вытянем, и все. И теперь скажем, что парень, давай с это 3D курсор, убираем все ресеты. Так, это по X будет, да? Значит, должно встать сразу нормально. Mirror. Оп. Ха-ха-ха. Так. Ну и вот тут должен быть еще два винта должны быть. Ой, два руля. Ну, рули мы сделаем просто. Здесь. Ctrl. R. Ну нет, мы не так сделаем. Возьмем простой. Возьмем, сейчас проще сделаем. Возьмем два цилиндрика.
Ну, меньше. Это увеличу. И опустим вниз. Но опустим так. Допустим, опустим. Чё? Еще маленькая. Вот это. Так. Как он там выглядит у нас? Вот так, да. Поэтому возьмем отсюда и отсюда. Вытянем. Это слишком много, мне кажется. Подумал, что сначала Ctrl-F-чик надо применить вот тут. И еще один Ctrl-F-чик вот здесь уж тогда. Вот теперь вот эти два выделяем. И тянем. И. Красиво. Слушай, неправильно стоим. Фу, какая у него. А, подвертый немножко. Будет правильно, да? Почти что. Потому что вот эти нижние Б мы должны будем поджать вот сюда. Вот так. А эти Б взять наверх. Ну, лучше сначала Ctrl-R сделать. Ctrl-R сделать и секунду, как у нас будет ZY0. Вот, правильно. И тогда мы сможем выделить вот эту группу точек и ее. А вот эту и эту, подождите. Б. Вот эти вот. И потянуть ее вверх. GZ. Почему не все выбирают сразу? Б. Вот я же сказал, вот это вот GZ. Все равно какая-то остается. Непонятно. Точка вот тут. Чтоб тебя. А, мы же не находимся на прозрачности, поэтому. Б. 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 Выделить 5G по Z. Вот так.
Ну, пускай будут такие вот. На крайний случай. Пускай вот такие. Эти вообще мы можем схлопнуть. Сказать. М. Центр, да? Здесь то же самое. Зачем нам лишние полигоны? М. Центр. Все. Так, и еще вот тут. Б. Вот так. Есть. То есть нижняя часть у нас готова, но у нас же не лодочка, у нас должно быть две таких. Для того, чтобы у нас было две таких. Так, это выключить. Мы должны взять вот эту вещь. Сказать. Что такое? Что такое? Edit mode. Ну. Видели? Все правильно. И теперь ее двигаем. G вот сюда. Так. Говорил. Вот. А, мы же так и не сделали нифига. P selection. Теперь. Да пускай будет такое, господи. Кто знает, какие там кили. Так, теперь мы ее выделим. Вот это вот отдельно. Скажем, объект set origin. Курсор убираем на всякий случай и M Майер вставили два. Чудно, внизу больше нам ничего не надо делать. Единственное, что там какие-то упоры еще есть. Нужны нам эти упоры. Ну, давайте для красоты. Сказать сложности, да? Контуром. А, не хочу возиться. Так пойдет все нормально. Но хочется повыделываться, да? Контур-R. Никто нам ничего не предъявит. Примерно соблюли. Так, и сколько время? Руль. Нет, не успеваем сделать руль передний. Да, в следующем. Стоп.